Василий Александрович Кузнецов, командир звена 6-го гвардейского отдельно-штурмового авиационно-московского краснознаменного ордена Суворова полка, родился 24 января 1923 года в деревне Юдина, ныне Плюсква района Псковской области. Призван в армию в 1939 году, а в 1941 стал военным пилотом. В составе 3-й воздушной армии на Первом Прибалтийском фронте участвовал во многих стратегических наступательных операциях. Принимал участие в Восточно-Прусской операции, в ходе которой была разгромлена группировка противника и штурмом взят город-крепость Кёнигсберг. В мае 1945 года в составе 6-го гвардейского отдельно-штурмового авиационного полка принимал участие в ликвидации группировки противника на Курлянском полуострове. За мужество и героизм, проявленные при нанесении штурмовых ударов по врагу, гвардии старшему лейтенанту Кузнецову Василию Александровичу присвоено звание Героя Советского Союза.